Так, друзья, всем привет! Продолжаем очередной рабочий день на нашей стройке. Сегодня мы занимаемся штукатуркой. Как вы помните, вчера мы установили маяки, 11 штук в этой комнате. И сегодня у нас нанесение цементной штукатурки фирмы Bollers на стену. Здесь вот какой-то участок мы уже сделали, здесь вот тоже участок сделали. Процесс он идет не веселый, так как нанесение штукатурки и выравнивание ее с помощью правил тоже не очень интересный момент. Но кому интересно, в общем, отдельное видео про это уже есть. Ладно, но чтобы вам как бы не было скучно, хочу сегодня этот день как бы посвятить изучению проекта, который у нас здесь на данном объекте. Потому что мы уже работаем, проект у нас есть, но до сих пор вы его еще не видели. А сегодня я вам его покажу. Вот наш проект. Вот это вот наша квартира. Это уже после перепланировки, когда уже стены поменяли свои места. У нас, в общем, выглядит все вот так. Но я думаю, цифры вам не очень интересны, потому что это цифры для нас. Листаем дальше. Вот такая вот небольшая визуализация. Вот мы сейчас находимся вот в этой комнате. Это ванная комната. Здесь у нас ванна стоит, здесь у нас раковина. Это инсталляция с унитазом, душевая кабина. Здесь вот, в общем, будет стиральная машина и сушильный барабан. А вот это второй санузел. Вот этим сейчас делом мы занимаемся. После того, как мы уже здесь сформируем стены, мы будем делать перегородочки. Вот эти вот перегородочки. После сюда зайдет электрик и будет проводить всю электрику, электромонтаж делать. Для того, чтобы потом опять вернулись мы и зашили стены до конца. И, в общем, продолжали ремонтную работу. Далее, здесь у нас по проекту, как мы видим, ГКЛ, это у нас гипсокартон на потолке должен быть. Мы немножко это переиграли и решили сделать все это натяжными, потому что не вижу смысла просто делать гипсокартон на потолок, когда все это можно заменить натяжным. Далее, также тоже такую. Тут у нас, в общем, про вентиляцию, а вот у нас старый проект данного помещения. Вот видите, какая маленькая ванная комната, какой маленький санузел. Тут не очень удобные перегородки. Теперь у нас эта комната большая, а было две маленькие. И вот этот вот непонятный аппендикс. Вот он здесь вот. А для чего это он был, непонятно. Но сейчас его не будет, сейчас будет все иначе. Далее, это тоже старый проект. Это вот у нас раскладка плитки, который будет производиться в санузлах. Это у нас маленький санузел. Тут вот несколько вот вариантов плитки. Об этом я расскажу чуть позже. Не сегодня. Так, дальше. Это у нас визуализация уже покомнатно. Будем искать сейчас ванну. Ванну нам она более интересна. Так, так, так. Вот сейчас где-то рядышком. Это опять не то. Я нашел ванную комнату в развороте. Вот смотрите, вот видите, здесь унитаз, здесь вот душевая, здесь раковина. Далее вот у нас типа зеркала какие-то. Здесь у нас стиралка и сушильный барабан, дверь, раскладка, раковина с ножкой. Вот видите, ножку, да? Мы, изучив данный проект, решили сделать конструкцию, где нам вот эта ножка уже будет не нужна. Это для усиления конструкции. А мы сделаем конструкцию такую, где такая ножка просто будет не нужна.
Так, далее это комната, нам не интересно, это комната детская, тоже не интересно. И вот он, санузел, где мы сейчас работаем. Вот, смотрите, ведь ванна, вот она раковина с ножкой. Ножка тоже тут вообще ни к чему, потому что она будет реально мешать, если будем тут производить уборку. Далее зеркало, здесь от конструкции из гипсокартона, тут светильники на потолке. Здесь инсталляция с полочками, здесь вот душевая со стеклом. Идем дальше, это с другой стороны вид. Вот она у нас душевая, стиралка, тут здесь будет сушильный барабан. В общем, так вот это все выглядит. Классно. Ну, еще один вид тоже. Санузел, обратите внимание, какая здесь плитка. Тоже такая вот ляпистая. О, проснулся кто-то. Так, и вот. Ну, в общем, тут тоже несколько вариантов плитки, которые будут использоваться в проекте. Поэтому об этом всем я расскажу, когда приступим к этому самому делу. Ну, это второй санузел, он уже поменьше. Здесь тоже несколько вариантов плитки, тоже комбинировать будем. Тут зеркала, маленькая раковина. Здесь вот унитаз с инсталляцией. Вот она. Инсталляция, кнопка, здесь такая вот ширма. Ну, где-то вот в этом районе у нас, в этом районе, либо в этом районе должны находиться счетчики. Посмотрим, подумаем, сделаем. Ну, остальное все в комнате. Итак, вот, в общем, такой вот проект у нас здесь на данном объекте в ЖК «Сердце города». Будем реализовывать, будем делать, будем все на всем показывать, рассказывать. Так что следите за продолжением видео. А мы пока пошли дальше штукатурить стены. Ну что ж, в общем, завершаем сегодняшний день. У нас штукатурка закончилась. Мы использовали 16 мешков цементной штукатурки. Закидали. Частично остался вон кусочек наверху. Закидали эту стену, закидали вот эту стеночку. Осталось нам здесь, здесь. Также установил маяки по этому санузлу. Вот здесь вот 4 штуки. И завтра мы будем заниматься оштукатуриванием этих поверхностей. Вот. Ну, пока все. Больше никаких изменений. Все, что мы сделали, мы это сделали. Все, пока.